Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, 26 февраля будьте открыты для диалога. Возможно, ваши карьерные планы приглянутся нужным людям, и они помогут вам в продвижении. Тельцам не хватает взаимопонимания в любовных отношениях. Причина может крыться в ненужной ревности и подозрениях. Близнецы, запланируйте провести эту субботу на свежем воздухе. Благоприятные семейные поездки за город или встречи друзей на природе. Раки, на вашем пути может встать большое количество преград, но не кляните за них судьбу. Если бы не было препятствий, вы бы так и не узнали, на что способны. А у львов, похоже, очередная война с самими собой. Жаль только, что вы так и не узнаете, кто же в ней выиграл. Девам нужно спокойно отнестись к возникшему одиночеству. Вероятно, судьба дает вам время обдумать многие моменты своей личной жизни. Весы, хотите добиться успеха, спускайтесь с заоблачных высот на землю. Девиз дня – энергичность и предприимчивость. Скорпионам напомнят о себе бытовые проблемы прошлых дней. Постарайтесь собрать все силы и разобраться с домашними вопросами. Стрельцы, в личной жизни не бегите впереди паровоза. Благоприятный момент для разговоров о браке еще наступит, но не сейчас. Козероги, звезды считают, что в эту субботу вас ждет дальняя дорога. Не исключена командировка или поездка по личным делам. Водолеи, никогда не поздно открыть свое сердце доброте. Отличный момент для любой благотворительной деятельности. Рыбам, возможно, придется выбирать из двух сомнительных путей один. А какой из них окажется истинным, покажет время. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.